Снежане Овчинниковой нужна помощь. Девочке 9 лет, и она до сих пор не сделала ни одного шага самостоятельно. У нее врожденная мышечная дистрофия. Врачи рекомендуют специальный вертикализатор, на который у семьи денег нет. Программа «Вести» совместно с Росфондом объявляет сбор средств. Снежане 9 лет, только закончила первый класс, любит рисовать, петь, танцевать, но дается ей это с трудом, каждое движение через боль. Из-за редкого диагноза врожденной мышечной дистрофии девочка с каждым днем слабеет. Перемещаться по квартире помогает мама и Авелина, сестра-двойняшка. Лекарство, которое бы вылечило нашу дочь, пока еще не придумали. Поэтому мы нуждаемся в регулярной реабилитации, так как у нее сейчас появились контрактуры, прогрессирует сколиоз. Жизнь девочки поддерживают специальное белковое питание. Таких баночек нужно 3 в день. Постоянные занятия лечебной физкультурой, массажи и реабилитация. Каждый день Снежана тренирует не только мышцы, но и легкие. Благодаря любви и заботе семьи и упорству мамы девочка может держать голову, сидеть, немного пройти с ходунками, пару секунд стоять в специальных протезах. Подниматься сложно очень. И когда мне ноги выпрямляют, больно. И если вот тут мне ноги поделать, то больно. Бросить занятия — болезнь быстро возьмет свое. Родители рук не опускают, верят, малышка сможет сделать первые самостоятельные шаги. Это и ее главная мечта. Снежане нужны занятия с помощью вертикализатора. Устройство помогает ребенку стоять, улучшая развивающие навыки, предотвращая осложнения. Мы рассчитываем на положительную динамику в развитии девочки и улучшение качества ее жизни. Стоит вертикализатор почти 250 тысяч рублей. Семье не по карману. Много денег уходит на реабилитацию. Работает только папа, мама ухаживает за дочерью. Чтобы помочь Снежане, отправьте на короткий номер 5542 смс со словом «Дети», через пробел указав сумму пожертвования. Владельцы смартфонов могут помочь, отсканировав QR-код, который вы видите на экране. Другие способы помощи на сайте Росфонда. Вместе поможем Снежане встать на ноги. Елена Соколова, Андрей Сватуца, Вести, Новосибирск.